уже перемещаются на потенциально 19-ю позицию. Ну, в общем, наверное, и реально тоже, потому что если кто-то еще наберет 47, это будет что-то из ряда вон. Да. Да, французы, с одной парой вы остаетесь как максимум. Ну да ладно, Россия на льду. Екатерина Рязанова и Илья Ткаченко. Есть превосходное выступление Екатерины Зановой и Ильи Ткаченко.